Сургуте открылся первый в Югре аутрич-офис по профилактике ВИЧ. Он работает на базе Центра социальной адаптации и интеграции мигрантов. Здесь можно пройти тестирование, получить консультации специалистов, побывать на лекциях. Все анонимно и бесплатно. Результаты анализов готовятся 15-20 минут, а точность исследования 100%. Аутрич-офис – это место, куда могут прийти люди, получить консультации не только от специалистов, а от себе равных. То есть ВИЧ-инфицированный человек может проконсультировать по каким-то вопросам, дать информацию другому человеку. Либо наркоман, бывший, может проконсультировать человека, который еще сегодня употребляет наркотические средства. То есть по такому принципу работает Outreach-центр. Открытие Outreach-офиса – один из шагов по реализации специально разработанной профилактической программы. Она действует на государственном уровне и признана сократить темпы распространения ВИЧ-инфекции. В наше время это актуально, это необходимо, и я думаю, пойдет на пользу всем жителям нашего прекрасного города Сургута. За 5 месяцев 2019 года в Югре зарегистрировано 504 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией. Треть из них в Сургуте и соседнем районе. Наряду с продолжающимся распространением инфекций среди потребителей наркотиков и других групп, практикующих рискованное поведение, активировался выход эпидемии из уязвимых групп в общую популяцию. На сегодняшний день по темпам роста Россия занимает 4-е место в мире после таких стран, как ЮАР, Нигерия и Мозамбика. Порядка 250 человек в день заражается ВИЧ-инфекцией, и около 100 человек в день погибает от ВИЧ-инфекции в России. Единственной возможностью остановить эпидемию, как считают специалисты, является усиленная профилактическая работа. Появление в Сургуте аутрич-центра – сильный шаг к выполнению этой задачи. Виктория Алексеева, Владимир Федоров, Сургут Интерновости.